Всем привет! Я скачал мистический Майнкрафт. Кстати, этому блогеру... Этому блогеру ставлю огромный лайк в комментариях. Потому что он написал: «Привет, оцени мое новое видео, с наступающим». И вот я оценил его новое видео. Поэтому переходим к делу. Майнкрафт Майнкрафт с призрачным Стивом. Я нашел этот Майнкрафт с призрачным Стивом только сейчас. Говорят, здесь обитает призрачный Стив. Поэтому я скачал эту версию и сейчас будем проверять. Вот главное меню, довольно жуткое. Я, кстати, даю ссылку этому блогеру. И поэтому, кто хотите, заходите. Все могут заходить на эту ссылку. Вдруг они тоже снимают видео. Говорят, здесь правда обитает призрачный Стив. Но я не знаю. В прошлом видео там не было Entity Zero. Теперь тут два деревья скрашены такими крестиками. Наверное, призрачный Стив так и правда существует. Поэтому, если я встречу еще какой-нибудь крестик, я вам могу с уверенностью сказать, переходите по ссылке с мистикой. Иду по реальным следам Майнкрафта. Кто создал эту версию? И я напишу ему в комментариях, что он крутой, чтобы он продолжал снимать видео про Майнкрафт, чтобы он проверил Error 422 и Error 437. Из этого можно сделать крестик. Думаю, это недоделанная работа Entity Zero. Ведь я из этой палочки сделал крестик. Думаю, это недостроенная постройка Entity. Какого Entity Zero?
это уже не смешно. Нет, призрачный стих есть. Ща я скриншот сделаю. Насколько есть такой такой вот. Та-та-та, ну нафиг, призрачный стих. Реально, реально существует. Ставлю этой версии огромный лайк. Версия немножко страшная. Но как по доказательствам, бояться тут нечего. Ведь это не реальные мифы такого, и сломают твой аккаунт. А это майнкрафтерские мифы. Например, там Виллалэр. Это все чухня. Никто не может взломать твой аккаунт. Даже если здесь правда сущности живут в этом Майнкрафте. И вирус не зайдется. Я скачивал Умфимал, написано, что вирусы. Ну, камон, какие вирусы, если я уже, уже тысячу раз в этом Умфимал играл. Поэтому, кто хочет, можете зайти в этот телеграм и скачать себе Умфимал. Умфимал. Говорят, ночью здесь творится какой-то хаос. Похоже на Кристо, похоже. Ой, как некрасиво. Ой, как, блин, провалился. А кто у нас тут звучит разобрать? Что у меня с рукой происходит? Что-то у меня с рукой происходит. Фигня. Так, ну, мистика здесь проявляется, да, проявляется. Еще, блин, так проявляется, что я, блин, в пещерах заблуждаюсь. Все, нашел выход. Там огромная пещера, туда я не пойду. Встретил небольшой конец. Да, что не говорите, он существует. Стих этот. Дырочки есть. Это еще не шуточки. Из этого всего можно сделать крест, поэтому Entity Zero правда делает крестики. Entity Zero,